Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Овес – это однолетнее растение из семейства злаковых. Используется как сидерат, то есть как природное удобрение. Высадка растения создает плодородный слой на поверхности, а также защищает грунт от ветра и роста сорняков. И эта сидеративная культура – альтернатива компосту или навозу. Также земля становится рыхлой и обогащенная воздухом. В вегетативной массе содержит больше калия и фосфора, чем азота. Благодаря содержанию калия овес особенно полезен для посленовых и ягодных культур, а также огурцов и капусты, поскольку данное вещество делает их вкус более насыщенным и сладким. По содержанию питательных элементов биомасса злака соразмерна с навозом, однако азотных соединений в этой органике меньше. Оптимальные условия для овса – это прохладная, влажная погода, поэтому сеять сидерат лучше в сентябре, а вот в октябре уже не советую, так как не успеет нарасти вегетативная масса, если, конечно, ваш огород не на юге России. У овса практически нет сородичей на огороде, кроме иных злаковых, и он является отличным предшественником для большинства выращиваемых культур. Его можно не заделывать перед зимой и оставить под перекопку на весну. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!